Здравствуйте, друзья! С вами на связи Денис Борисов. Я вчера по глупости пообещал выйти в Перископ. Да, привет, ребят! Спасибо, что делитесь трансляцией. Спасибо, что тарабаните своим пальцем по монитору вашего телефона. Ставим мне лайки. В общем, я пообещал вчера, но раз пообещал, пацан сказал, пацан сделал правильно. Юга, спасибо. Край, baby, край. Да, всем привет. Ну, я смотрю, нас уже набежало 147 человек, 148, 149. Ну, 150 хочу. Хочу, о, 150. Значит, можно уже вещать, правильно? Давайте я поотвечаю на ваши вопросы. У нас есть буквально минут 20. Попробуем так, по-тезисному, по-быстрому. Гостюнин против Цацулина. Кто прав? Прав, конечно же, Цацулин в этом противостоянии. Это однозначно. Другое дело, что я не совсем понимаю тех людей, которые кипятятся по поводу Гостюнина. Типа, ах, он типа такой плохой, он такой сякой. Слушайте, мне этот продукт Галим, это НЛ, как оно там, питание это, да, Energy Diet, оно мне нафиг не вкинулось, да, то есть мне оно не нравится. Кто-то продает этот продукт, я на них просто не обращаю внимания. Так же, как вот я сегодня по улице шел, чувак какой-то предлагал какие-то билеты там, ну, мне неинтересно, я иду мимо. Вот, я же не буду там вокруг этого чувака с бубном плясать, что типа ты педик, как ты смеешь мне парить эту фигню, мне это неинтересно. Или я же не буду избивать того человека, который мне там попросил закурить в стиле там, ты у кого просишь, да, ну, то есть мне кажется, все вот эти вот сопли и слюни, это либо люди боятся, что и у Гостюнина получится, и он станет более успешным, чем мы все остальные, да, такой крабий менталитет. Либо это какой-то такой прикол, знаете, обиженка в стиле предательства, типа, я думал, он будет такой же, как мы, нищеброд, а он хочет быть не нищебродом. Ну, то есть, в любом случае, это какая-то обиженка, а мне кажется, что настоящий мужчина, ну, он не должен быть обиженным. Поэтому вот, конечно же, Цацулин прав, но Гостюнин – это его личное дело. Молоко на диете можно, в общем-то. Другое дело, что лактоза, молочный сахар, задерживает в какой-то степени воду. Поэтому если ты диетишься с целью выступать на соревнованиях, то тебе за пару недель до соревнований молоко придется, вообще молочные продукты из диеты придется убрать. Спасибо, что делитесь трансляцией, ребят, спасибо. Английским каналом я сейчас, ну, как бы, можно им заняться, потому что там закрытых то ли 5, то ли 7 видосов до сих пор. То есть, ну, хоть сейчас можно открыть, но я это все постоянно забываю сделать. Понимаете, мне сложно мультизадачность. Мне вот, когда я сконцентрировался на какой-то одной задаче, мне легко. Вот я даже сейчас в плане рассылок притормозил, потому что у меня сейчас идет каждый день, я очень много работаю над новой конференцией Fit for Life. Потому что я смотрю, я вот зашел как-то на блог, смотрю, там 1500 непросмотренных сообщений. Это просто комментарии к блогу моему персональному Fit for Life. То есть я понимаю, что людям интересно общаться, люди хотят общаться, а я им, получается, такую возможность не даю. Ну и, соответственно, вот последние несколько месяцев я пытаюсь дать такую возможность. Отучить от кальяна девушку, ну скажи, что бросишь ее, если она не бросит курить. Это лучше всего работает. А второй момент, более нейтральный, это пусть она курит, ну не табак. В кальянах сейчас есть масса всяких начинок без никотина. Всякие там ароматизированные камушки, смеси. Ну пусть, потому что дело в том, что я сам люблю курить кальян. У меня у самого бродатор есть. Камешков туда насыпал, сидишь, пыхтишь, а никотина никакого нет. Есть ли смысл пить клин за 2 месяца до сорев? За 2 месяца, на мой взгляд, это слишком много. Я бы начинал использовать клин-бутирол за месяц, максимум за полтора до соревнований с тироидными гормонами. В этой связке клен-бутирол лучше всего сушит, и он не успевает развить резистентность. Дело в том, что клен-бутирол на постоянку вечными курсами использовать нельзя, к нему наступает привыкание. Что там с девушкой свидание, не понял. К творогу отношусь хорошо, у меня хорошая перевариваемость молочных продуктов. Электронные сигареты.
для расширения костяка, знаешь, открой медицинский справочник. Дело в том, что при гипофизарной карликовости колят гормон роста для того, чтобы действительно увеличивать, ну, длину кости. То есть они влияют на костяк. Я дозировки не помню. По-моему, там дозировки что-то в стиле 4 единиц в день идут. Но лучше уточни этот вопрос. Электронные сигареты вроде бы достаточно безвредные. Так, так. Для укрепления сердечной мышцы, ну, для укрепления сердечной мышцы попей Кюнузин Q10. Забей в Гугле или в Яндексе Кюнузин Q10, почитай, и ты найдешь очень много интересного по поводу этой добавки. Также недавно запретили мелдронат. Да, вот мелдронат для сердца тоже очень хорош, потому что мелдронат, он увеличивает энергетический обмен в клетках наших, в том числе и сердечных, в условиях гипоксии. То есть, например, когда вы занимаетесь физической какой-то активностью, бежите, например, да, кислорода не хватает. Или когда тренируетесь, приседаете, да, в конце кислорода не хватает. Это и есть гипоксия, недостаток кислорода. Вот в такой ситуации мелдронат помогает более эффективно использовать энергообмен в ваших клетках. И это очень здорово для сердца. То есть вот Кюнузин Q10 для тебя и мелдронат – это то, что поможет твоему сердцу. Юань можно приобрести не обязательно физическую. Ты можешь юань покупать удаленно. Я вообще физически деньги практически не покупаю сейчас. То есть я пользуюсь различными электронными платежными системами. Кстати, этот форум, который будет, конференция, которая будет запускаться сейчас на базе Fit for Life, она будет иметь специальный раздел «Баблоруб», который посвящен тематике зарабатывания денег онлайн и офлайн. Там очень популярно и подробно мы рассматриваем такие вопросы, как WebMoney и другие платежные системы, как на них зарабатывать, как конвертировать и так далее. Так что, милости прошу, будет очень подробно все это рассказано. В данный момент Q10 я не пью, но раньше я пил регулярно. Ой, я смотрю, у нас уже 162 человека. Доллар и евро под очень, ребят, большими вопросами. Все будет понятно осенью, когда будут выборы в Соединенных Штатах Америки. Будет понятно, кто станет будущим президентом. Хиллари или Дональд Трамп. И, ну, это вообще долгая тема, конечно, не хочу сейчас начинать. В зависимости от того, кто станет президентом, поменяется весь мир. Кардинально поменяется. То есть, если становится Дональд Трамп президентом, доллар перестает быть резервной валютой, раз. Россия расширяет свои границы вплоть до Украины, 2, ну и восстанавливает весь, ну, бывший социалистический лагерь. Если становится Хиллари Клинтон президентом, то, скорее всего, войны и сражения будут продолжаться дальше. Ну, в общем, это долгая тема, сейчас на нее нет времени, но вот по поводу валюты будет очень много понятно осенью. Свидетели Борисова. Свидетели Борисова, вот мы все тут, ребят, вы все свидетели, как я пью чай с почками. С почками ни в коем случае не принимай парабалан, тренбалон не принимай. Метан, ну, понимаете, да, в общем-то, да. Ну, как бы... Это способ снять с себя ответственность, подвесить на нее, ее на меня, да? Длина ПКТ. Набор в натурах, усушка на ПКТ, длина. Ну, на мой взгляд, на сушке химло более важно, чем в наборе. Хотя тоже вопрос такой, знаешь, очень спорный. Дело в том, что во время сушки слетает очень много мяса, и стероиды помогают. Постоянная сонливость может быть по миллиону причин, их нужно разбирать. Нужно разбирать свой режим дня. Для начала я бы тебе советовал стандартизировать свой режим дня, чтобы он у тебя каждый день был примерно одинаковый. После этого ты сможешь по каждому из элементов экспериментировать. Можешь экспериментировать по питанию, по сну, по нутриентам, по графику жизни, по работе и так далее. Чаще всего сонливость от, скажем так, перетренированности. То есть ты энергии тратишь гораздо больше, чем получаешь. Темнеет в глаза, такое бывает после приседания.
Такое бывает после приседания, это не очень хороший знак. Попробуй снизить вес, попробуй приседать без пояса, попробуй жать ногами вместо приседания. Что такое счастье? Счастье – это когда все дома. Счастье глобально – это такая ситуация, когда вы достигаете желаемого. То есть у вас есть желаемое представление о будущем, и в процессе достижения этого вы ощущаете счастье. Заметьте, в процессе достижения. После того, как ты достигаешь желаемое, и если на этом все останавливается, то ты становишься несчастным. То есть ваша цель, она должна быть постоянно бесконечной. Вам нужно к чему-то стремиться и двигаться к этому все ближе и ближе. И в процессе достижения вот этих вот шагов ты будешь чувствовать себя счастливым. А другого пути нет. Именно поэтому я часто пропагандирую ребятам самосовершенствование. Потому что самосовершенствование – это такая штука, которая никогда не кончается. Каким бы ты какая бы бицуха большая у тебя ни была, ты можешь еще больше развить. Сколько бы ты книг ни прочел, ты можешь еще больше, ну и так далее. Как стимулировать рост бороды? Стричь ее. Чем больше стрижешь, тем быстрее растет. Нет, я сейчас в Москве. Ну, понимаешь, дозы, они зависят от резистентности человека, от конкретного человека. Ну, я бы сказал, что, понимаешь, на сушке есть ребята, которые на метане, ну, на пачке метана сушились. Я знаю таких, причем это мои близкие друзья. Пачка метана, все, вот тебе весь курс на сушку. Ну, обычно используют препараты, которые плохо ароматизируются или не ароматизируются вообще. Ну, например, нет, тринбалон не подойдет. Турик, туринабол очень хорошо подойдет. Мой прогноз по доллару, я думаю, что будет волатильность такая, туда-сюда, вокруг 70 он там что-то будет скакать. Но очень много зависит от нефти. Заметьте, сейчас цены вот сегодня на нефть снова начали валиться. То есть вполне возможно, что он скоро снова подскачет до 70, может быть до 72. Ну, доллар-рубль, я имею в виду пара. А вообще все будет определяться осенью. В Москве, ну, в данный момент живу. Потому что Трамп представляет интересы той группы сильных мира всего, которые выступают против интересов финансовой элиты США. То есть есть различные элиты, глобальные, транснациональные корпорации, как угодно их назовите. Есть банкиры, банкирские элиты, есть другие элиты. Вот Трамп представляет интересы таких более, скажем, ну что ли, патриотично настроенных групп в США. То есть США может сейчас, для того, чтобы спастись, США нужно изолироваться, да, и нужно отдать часть своей власти, часть своих полномочий в мире. Иначе просто, ну, они столько не переварят, они взорвутся изнутри. И вот Трамп представляет вот именно эту группировку. Он выступает за то, чтобы лишить США частично власти, частично доминирования по всему миру, но сохранить внутри США уровень жизни, вообще США сохранить. Ну, лишившись части власти за границей. А Хиллари, она интересы банкиров, то есть и дальше там ФРС, печатаем, долги, 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 войны по всей планете и так далее. Но это если очень тезисно. По питанию и диетологии мне очень нравится Криса Цета. Дом 2, Кал, да, будет такой сюжет. Есть, он стоит в очереди, не ссыте. На легкой неделе обязательно ходить в зал. Смысл легкой недели в том, что вы тренируетесь. Как улучшить мир? Есть офигенное правило, я вам сейчас скажу, это будет последнее, что я сегодня скажу. А знаете, есть очень много психов, которые постоянно пытаются спасти, улучшить мир. Ну, такие там, типа, как Наполеон, Гитлер, там, постоянно. Все хотят спасти этот или улучшить долбанный мир. Но для того, чтобы действительно поменять и спасти, и улучшить этот мир, начните с себя. Поменяйтесь сами, улучшитесь сами, и после этого, вуаля, вы увидите, что мир начнет меняться. Это основное правило. Так выпьем же за это чайку, вот, друзья. Финансист, да, читал, всю трилогию читал. Хорошо, ребят, рад был с вами пообщаться. Пойду, меня там Анютка ждет. Есть приготовила. Давайте вам хороших выходных, чтобы все было нормально. А Денис Борисов с вами увидится через пару дней. Давайте.